Территориальные притязания армянской стороны, начавшиеся в конце 80-х годов, были первым звеном цепи трагических событий в истории Азербайджана, продолжавшихся до ноября 2020 года, когда была восстановлена территориальная целостность страны. Подмена фактов, фальсификация истории, уничтожение ценнейших памятников прошлого, нанесение вреда экологии – это лишь часть из огромного списка преступлений, совершенных за время оккупации. И самые бесчеловечные среди них – это террористические акты против мирного населения. Страшно, когда гибнут мирные граждане. Дети, женщины, старики. Печальные страницы истории Азербайджана, связанные с такими трагедиями, были написаны и в период 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года. Сегодня мы перелистаем три из них и посетим города, где мирное население подвергалось артиллерийским обстрелам. Повествование будет вестись в том порядке передвижения нашей съемочной группы по локациям, которые осенью 2020 года стали свидетелями террористических действий армянской стороны. Первый город на пути нашего следования – Барда. Этот древний город упоминается в героическом эпосе «Китаби-Деде-Гургут» и был важным пунктом на Великом Шелковом пути. Он один из колоссального количества городов Азербайджана, которые насыщены великолепием ушедших эпох. Октябрь-ноябрь 2020 года. Тогда здесь происходили трагедии. Сегодня о них напоминает в первую очередь боль и скорбь тех, кого в результате артиллерийского обстрела мирного населения города, не находящегося на линии ведения военных действий, постигла утрата близких. Жестокость, проявленная армянскими воинскими подразделениями, поражает. Сейчас в городе установлен памятный мемориал, на котором отображена информация о числе жертв и продемонстрирован, запечатленный на фотографиях, масштаб трагедии. В период освободительных действий доблестной азербайджанской армии осенью 2020 года Бардинский район подвергался ракетному обстрелу с армянской стороны в общей сложности на протяжении 5 дней. По городу было выпущено более 70 ракет. Первый террористический акт против мирного населения был совершен 5 октября, приблизительно в 10:30 утра. В тот день одна баллистическая ракета «Эльбрус» и 12 ракет «Град» унесли жизни двух мирных жителей. 6 получили ранения. Дальнейшие обстрелы проходили 8, 27, 28 октября и 7 ноября. Удары наносились по местам плотного скопления людей. Использовались запрещенные кассетные ракеты. В результате армянской диверсии в Бардинском районе погибли 29 мирных граждан, 21 из которых непосредственно жители Бардинского района. 108 человек получили ранения различной степени тяжести. Седьмого октября между 5-6 часами вечера здесь, в селе Караюсуфли Бардинского района, случилась беда. Со стороны армянских фашистов были выпущены 2 ракеты «Смерч» и 2 баллистические ракеты «Эльбрус», в результате чего пострадали мирные жители села.
Зрелище было ужасающее. Взрывы, огонь, разрушение. А главное, в наибольшей степени трагическое – человеческие жертвы. 5 погибших, среди них девочка, которой было 7 лет. 14 человек получили ранения. 28 октября 2020 года я находился здесь, в городе Барда, у себя дома. Приблизительно в 14:30 по местному времени, я тогда обедал, вдруг услышал взрывы. Мой сын, супруга и внуки были снаружи. После того, как по соседству с нашим домом упал один из снарядов, жена бросилась к играющим во дворе внукам, чтобы успокоить их и отвезти в безопасное место. Мой сын, уже подоспевший на тот момент, решил открыть подвал, чтобы мы там спрятались от бомбежки. Но не успел. В наш двор упал снаряд. Прогремел взрыв, который сильно повредил дом. Жена и один внук получили сильные ранения, а сын скончался. Осколок попал ему в сердце. Всем погибшим в Бардинском районе мирным жителям был присвоен статус героев. Пострадавшим оказана необходимая помощь и поддержка со стороны государства. Сегодня от той страшной трагедии, помимо мемориала, напоминают следы от осколков разорвавшихся снарядов. В Бардинском районе за период артиллерийских обстрелов пострадал 171 дом. 5 были полностью разрушены, 65 торговых объектов получили повреждения, 2 вовсе уничтожены. 13 социальных объектов понесли ущерб. Ракетными ударами был нанесен урон 69 транспортным средствам. 9 из них не подлежат восстановлению. По распоряжению президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева была создана специальная комиссия, которая досконально изучила масштабы нанесенного местной инфраструктуре вреда. Сейчас практически все дома и объекты восстановлены, отремонтированы и выплачены компенсации. Переворачивая эту печальную страницу истории Азербайджана в Бардинском районе, наша съемочная группа отправилась в следующий на пути нашего следования город. Изобилие удивительных свидетельств содержательного прошлого, великое множество способов получить эстетическое наслаждение и расширить кругозор. Так вкратце можно описать эту местность. Мингичевир – один из тех городов, который в 2020 году, в период Второй Карабахской войны, столкнулся с терроризмом. Мингичевир – четвертый по величине город в Азербайджане, где проживают более 100 тысяч граждан, подвергался обстрелу в течение 2 дней. Первый ракетный обстрел города произошел 4 октября 2020 года, второй – 11 октября. Основной удар пришелся по западной части Мингичевира. К счастью, в результате атак в городе никто не погиб. Однако 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадали несколько машин и 45 домов. 2 из них – частных дома – были практически разрушены и оказались в аварийном состоянии. Эти кадры были сняты на любительскую камеру на следующий день после попадания одной из ракет во двор дома Инглаба Мамедова. На них видно, в каком состоянии оказалось строение после взрыва. Супруга Инглаба Мамедова рассказывает, что страх и стресс, испытанные 4 октября 2020 года, преследуют их по сей день. Было около 10 часов вечера. Мы с супругом слушали по телевизору выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Старший сын делал уроки, а младший спал на втором этаже. И вдруг мы услышали сильный взрыв. Я сразу же побежала к входной двери, чтобы проверить, что произошло. Супруг был рядом. И только я открыла дверь, муж закричал, чтобы мы ложились на пол. Прогремел страшный взрыв. Было ощущение, будто дом приподняло и силой отбросило в сторону. Все вокруг посыпалось, затряслось. Когда мы немного пришли в себя, мы поняли, что дом до сих пор трясется, как во время землетрясения. Первая мысль – это страх за детей. У меня от испуга отнялась рука, я не могла двигаться. Муж побежал на второй этаж, где спал наш младший сын. К счастью, с ним все было в порядке. Обломки упали рядом с кроватью, не задев его. Он так крепко спал, что даже не слышал взрыва. Мы все выбежали на улицу и увидели, как летят еще несколько ракет. Супруг сразу же позвонил в МЧС, в полицию, к себе на работу на тепловую электростанцию и сообщил о том, что произошло. Ракетные
Ракета попала в грунт и взорвалась на глубине нескольких метров. Страшно представить, какие последствия могли бы быть, если бы снаряд взорвался на поверхности. В тот же день, 4 октября, на территорию стратегически важного объекта, Мингичевирскую тепловую электростанцию, все же попали другие ракеты. Одна – на асфальтированную дорогу между 6-м и 7-м энергоблоками. Вторая – на пустой участок радиусом приблизительно в 500 метров. К счастью, они не разорвались, и никто не пострадал. Сейчас, после полного их обезвреживания, одна из них огорожена и является экспонатом, напоминающим о преступлениях, совершенных во время войны против мирных граждан Азербайджана. Спустя несколько дней, 11 октября, примерно в 3 часа ночи в районе горы Боздах упали снаряды ракетного комплекса «Точка-У». А в 4 часа утра Мингичевир подвергся обстрелам из систем «Смерч» и «Торнадо-С». Некоторые ракеты были обезврежены силами противовоздушной обороны Азербайджана. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, на сегодняшний день два дома, будучи непригодными к восстановлению, отстроены заново. Один из них – это дом Инглаба Мамедова, отстроен открытым акционерным обществом «Азер Энерджи», сотрудником которого он является. В 41 из 43 зданий полностью закончены ремонтные работы. Также были выплачены компенсации. В городе Мингичевир, который находится в 100 километрах от линии фронта, зафиксированы нарушения Женевских конвенций, норм международного права. По мирным гражданам Азербайджана целенаправленно был открыт огонь. Гражданские лица стали мишенью и в другом городе, расположенном далеко от зоны, где велись боевые действия. Второй по величине город в Азербайджане с богатой древней историей, расположенный у северо-восточного подножия Малого Кавказа. Сегодня, как и всегда, Гянджа гостеприимно встречает нас своим великолепием и безмятежностью. Но осенью 2020 года здесь было иначе. На протяжении 5 дней, 4-го, 5, 8, 11 и 17 октября Гянджа подвергалась артиллерийским обстрелам. Самые страшные для города даты осени 2020 года – это 4, 11 и 17 октября. В тот период в результате ракетных обстрелов вооруженными силами Армении в городе Гянджа было убито 26 человек, 6 из которых – дети и подростки. За все 5 дней ракетных обстрелов 130 человек получили травмы различной степени тяжести, в их числе 29 детей. Во время этих событий 4 ребенка потеряли обоих родителей. Наряду с человеческими жертвами преступные действия армянской стороны принесли в город и сильнейшие разрушения многоквартирных и частных домов. Пострадали также нежилые объекты. Множество транспортных средств пришли в полную негодность. Ущерб был нанесен и религиозным строениям. Многое в городе уже восстановлено, отстроено заново. В некоторых местах еще ведутся строительные работы. На месте, где 11 октября 2020 года произошла трагедия, установлен мемориал, которому не иссякает людской поток. Очевидец событий того дня рассказывает, что все произошло ночью, около 2 часов. Здесь творилось ужасное. Вы только представьте, ночь, все люди дома, семьями спят, и в этот момент раздается взрыв. Пострадало огромное количество домов в округе. Я живу недалеко от этого места. В моей семье были раненые. Наши соседи тоже пострадали. Как вообще можно было открыть огонь баллистическими ракетами по мирным гражданам? Я помню, мы все тогда, и рядовые граждане, и МЧС, и полиция, и врачи, до утра разбирали завалы, пытаясь спасти людей. Но, увы, 10 человек погибли.
Началу военных действий предшествовали постоянные провокации, совершаемые армянскими военнослужащими, и интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии, а также населенных пунктов, которые расположены в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. 27 сентября 2020 года была совершена очередная провокация. По этой причине, с целью обеспечить безопасность гражданского населения и предотвратить боевую активность армянской армии, командование Вооруженных сил Азербайджанской Республики приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. Обстреливая мирное население в городах, находившихся далеко от зоны боевых действий, армянская сторона, видимо, хотела отвлечь внимание и, что очень вероятно, посеять панику среди людей. Конечно, у них это не получилось. Наш народ с еще более сильным патриотическим подъемом, объединившись в единый железный кулак, переломил хребет противника. Страницы истории Азербайджана, о которых мы сегодня рассказали, это, образно говоря, лишь несколько глав из одного тома энциклопедии преступлений, учиненных вооруженными силами Армении в период конца 20-го, начала 21 века. Все напоминания о тех страшных событиях – это увековечивание памяти невинных жертв и предостережение о том, что такое ни в коем случае не должно повториться. Никогда и нигде.